О The Club ходило множество слухов и невероятных предположений. Очень кстати, в наши руки попала демо-версия на Xbox 360. Она, по крайней мере, позволила ответить на основную массу вопросов. Вряд ли версия на PC будет серьезно отличаться. В общем, The Club — это своеобразная шутер-гонка, в которой главная цель — набрать как можно больше очков или пробежать уровень как можно скорее. Самое ближайшее сравнение — аркадный режим из Call of Duty 4. В демке представлены два одиночных и один многопользовательский режим. В одном из одиночных режимов необходимо добраться до выхода с уровня и при этом набрать необходимый минимум очков. Очки присуждаются за убийство врагов в зависимости от того, как именно ты его подстрелил. Принимаются во внимание хедшоты, убийство последней пули в обойме, убийство после кувырка. За каждого поверженного врага мы получаем плюс один в комбе, которая по сути представляет собой умножитель очков. Отсюда и главная фишка игры — бежать по уровню быстро и красиво крошить врагов и поддерживать умножитель. Герой, кстати, стальной, умирает с трудом. В другом режиме надо бегать по круговому маршруту на время и при этом тоже набрать порог очков. Главное отличие — за врагов дают по 3 секунды, как бы ты красиво его не убил. Соответственно, возникает дилемма — либо долго и красиво убивать, либо быстро бежать. В результате получилось очень динамично и увлекательно, учитывая, что на последнем круге у героя здоровье все-таки кончается. Переигрывать можно до бесконечности, всегда хочется набрать как можно больше очков. Многопользовательский режим Hunter Hunted также предлагает набрать определенное количество очков, но дают их только жертвам. То есть, если ты валишь жертву, сам становишься ей. У тебя начинает накапливаться счет, и чем дольше ты живой останешься, тем больше очков. За сами убийства очки, что характерно, не даются. Соответственно, это не банальный дефматч. Сначала охотники загоняют жертву, потом надо как-то еще успеть напакостить другим охотникам, вальнуть жертву и убежать самому. Очень клевая идея. Хотя при игре 2 на 2 больше напоминает кровавый сал. Графика впечатления не производит. Средний уровень, хотя выглядит все довольно симпатично. Можно сразу сказать, игра явно не для всех. Поначалу довольно сложно втянуться, но вот после этого оторваться уже не получится.